Всем привет! Это мое видео по поводу возвращения Надаля, его первого турнира в Брисбене. Я, как давний поклонник Надаля со стажем, хотел увидеть какие-то вещи, которые я всегда видел в игре, поэтому присматривался к определенным вещам, которые были в его игре до травмы, и мне было интересно посмотреть, как он их модифицировал, как он их усовершенствовал, с учетом того, что он становится старше, и многие вещи он уже менял в своей игре в силу возраста, который становился больше. Поэтому пробую рассказать о своих впечатлениях, что я увидел на этом турнире. Обо всем по порядку. Поехали. Смешанные чувства — это то, что возникло у меня во время просмотра вот этих игр, которые были у Надаля 3. Да, это не было так успешно, как хотелось бы, но и по каким-то причинам не было так провально. Я пробую обо всем этом рассказать. Начну я с первой игры с Тимом. Без обид, конечно, но от Доминика Тима, в моем понимании, осталось от того уровня Тима, который был в 18, 19 и 20 году, осталось только имя. Я не знаю, с чем он не может разобраться, с психологическими какими-то проблемами, которые его беспокоят, с травмами, которые у него тоже были. Но на сегодняшний момент, конечно, это Тим далекий от того Тима, которого мы видели, да, и, по-моему, они даже с Надалем играли какие-то финалы больших шлемов. Сегодня это была игра вайлдкарда и квалифайера, то есть Тим, наверное, неплохо сыграл первый сет, но, к сожалению, сегодняшнее упоминание Тима возможно только в пересечении его с какими-то игроками, с которыми он играл раньше и играл на очень таких дальних стадиях больших шлемов или крупных турниров. А сейчас просто у многих возникает созвучная такая память, что вот Тим играет там с Джоковичем или Тим играет там с Надалем. И это единственное, почему Тим сегодня вспоминается. Так я Тима, честно говоря, и не вспоминал бы до этого момента, до игры с Надалем. Это касательно того, что они встретились в первом круге, и все там делали какие-то разделенные экраны, как играли там Тим 3 года назад с Надалем какие-то финалы, а сегодня играют в вайлдкарды, типа матч повторится второй раз. Уровень Тима сегодня далек от этого, поэтому я считаю, что первый круг был гораздо мягче, чем многие. Для примера можно посмотреть такой же первый круг того же турнира, это Мюррей Димитров, да, где человек тоже когда-то был причислен к Big Four, и насколько этот первый круг отличался от первого круга Надаля, повторюсь еще раз, несмотря на то, что фамилия Тим все-таки созвучна с тем, что это какой-то игрок высокого уровня, но, к сожалению, от Тима сегодня осталась только фамилия, а не игрок того уровня, которым он был в 19, 20, 18 годах. Я не хочу ничего думать про сетку, я не хочу думать плохого и думаю, что все-таки это невозможно, но опять же, вайлдкард на квалифайер и второй круг, да, Карацев снялся, но игра с Кублером это, ну опять же, очень легкий такой проход Надаля, который по сетке получилось ему сделать, но все равно во всех этих играх я смотрел на аспекты игры Надаля. И попробую рассказать именно об аспектах игры, не касаясь больше сетки. Да, я рассказал, что мое мнение, что все-таки первые 2 круга были легкие, были очень много восхищенных возгласов, что все-таки Надаль еще может, и 2 круга он прошел. Но я на эти 2 круга особо не реагировал, потому что я этих игроков как бы одного знал и знал, что он не в форме, одного вообще до матча с Надалем не знал. И эти игры получались достаточно легкими для Надаля, но Надаль возвращался не для того, чтобы обыгрывать таких игроков. Поэтому я более внимательно смотрел только матч с Томпсоном, именно вот тщательно, потому что этого игрока я знал, это не игрок высокого уровня, но тем не менее к этому матчу я уже присматривался. Теперь расскажу о вещах, которые мне хотелось бы увидеть в игре Надаля и которые я наблюдал. Первое, на что мне, естественно, хотелось бы обратить внимание в игре Надаля, это на мощь, результативность его форхенда, насколько он стал мощнее, острее, активнее, ну или хотя бы на том уровне, на котором был в лучшие свои моменты 22 года, в силу чего это было так важно, потому что, я думаю, для игроков, которые, для любителей тенниса, которые долго наблюдают за Надалем, все знают, что его главная задача внутри любого розыгрыша – это начать розыгрыш с форхенда. И уже с форхенда он наносит такие удары, с помощью которых он завладевает кортом и может его полностью контролировать. И вот в силу снижения его беговых способностей, возрастных, да, и даже вот в моменте там 22-х годов, особенно в финале Australian Open, где очень много этого было, и в Уимблдоне 22-го года, насколько больше Надаль стал ходить к сетке и сокращать розыгрыш, это тоже было.
Об этом я расскажу подробнее. Но форхенд — это основа. И я наблюдал за мощным форхендом. Он был в игре с Тимом, он был в играх и с Кублером, где-то частично он был в игре и с Томпсоном. Форхенд должен был стать мощнее, в моем понимании, для того, чтобы заставлять Надаля меньше бежать, больше бежать соперника. И вот при тех возможностях, где у Надаля был форхенд, если он мог его наносить раньше, в 18 лет, наверное, больше в спин, то сейчас больше в удар, совмещенный, естественно, спином и из-за специфики техники Надаля. Но, тем не менее, так, чтобы сразу корт уже растягивал игрока, и Надаль не бежал так много. Форхенд был. Это я увидел. В большом достаточно количестве он был. Естественно, очень много я смотрел на то, как бежит Надаль. Мне не сильно понравилось, как Надаль двигался в стороны. Я об этом расскажу чуть позже. Но достаточно неплохо Надаль бежал вперед. Что-то, наверное, такое даже новое в его игре, что меня удивило. Вот эти вот удары, их было немало. Красивые вдоль сетки, обводки, когда ему делали укороченный, вытягиваю вперед. И ни одного игрока, по-моему... И не один раз он обвел, или по одному разу в каждой игре, но так по памяти точно вспомню, что один раз обвел красиво Тима, не глядя, и Томпсона тоже очень красиво обвел, выбегая вперед. Это что-то такое, что я увидел, это было красиво. Бег Надаля вперед был неплох, и вот это движение мне даже показалось, что оно было новым каким-то, над которым он, может, работал, может, он просто появился. Это порадовало. Внимательно смотрел за выходами Надаля к сетке. Насколько они увеличились, насколько они качественные, насколько острая его игра с лета. Я уже говорил об этом, что Надаль модифицировал свою игру и совершенствовал ее год за годом. И мне кажется, что он делал это в силу возраста, что он становился старше, уже не мог столько бежать. И вот эти вот движения вперед, более атакующий теннис, его выходы к сетке, все делалось для сокращения розыгрыша, чтобы розыгрыш становился короче. И выходы к сетке тоже были, и его игра была достаточно острой с лета и на высоком уровне. Он заканчивал с лета красиво. Были такие прямо удары исполнительского мастерства. Я их увидел в играх Надаля. Это было. Опять же, это все говорит о том, что Надаль заботится о своей энергозатратности и пытается ее сократить на корте. Четвертое, зачем я смотрел, это такие вот сейвы Надаля невероятные, с которых вот где ситуация создана и кажется, что мяч полностью выигран другим игроком и просто не хватает тебе воображения и ширины понимания тенниса и уровня тенниса, чтобы понять, что Надаль еще может выкарабкаться с этого розыгрыша и выиграть его. Были ли такие розыгрыши в игре Надаля? Да, были такие розыгрыши. Немного, но тем не менее они были. Надаль удивлял, где-то и свечкой красиво выходил, обводил, потом захватывал опять инициативу в розыгрыше и доигрывал розыгрыш в свою сторону. Это было. Немного, но это еще у Надаля осталось. То есть это, за этим я наблюдал, это я увидел. Умение, которым всегда отличалось Big 3, это качество, за которым я тоже наблюдал в играх Надаля, это забирать те геймы, которые ему нужны, в те моменты, те очки, которые нужны для того, чтобы выиграть гейм, и те геймы, из которых можно выиграть сет, и те мячи, из которых можно выиграть матч. Я еще вернусь к третьему матчу подробно, но тем не менее, да, момент игры с Тимом, где счет стал 5-5, и тут же как бы этот момент был решающий, и подавали оба. Надаль сделал брейк и выиграл первый сет 7-5. То есть это качество осталось, четкое понимание, когда гейм нужен. После этого Тим, по сути, закончил играть, ход игры был переломлен, второй сет закончил 6-1, то есть Надаль забрал решающий гейм, вот этот, когда 5-5 был обмен подачами, и после этого игра была закончена. Это качество у Надаля тоже еще осталось, то есть это вот чутье, инстинкт, в какой момент надо раскрываться, показывать 110% своей игры. Это я тоже в его игре увидел, это было. Чего я не увидел? Я не увидел обводок Надаля в том объеме, в котором я привык видеть вот эти вот невероятные пейсинг-шоты, которые делаются с каких-то неимоверных углов, и их было мало. Да, они были, но не в том объеме, в котором я привык видеть их в игре Надаля. То есть незначительные какие-то были, но не так много. Зато я увидел очень такой неприятный момент для себя, вот эти недоходы справа, где Надаль, не доходя ногами с одной руки, резал на шаге, даже не на прыжке. И делал этот резанный не один раз, это сильно бросалось в глаза, это было при форхенде. Я попробую порезать эти моменты, отмонтировать с Никитой, чтобы показать. Эти моменты мне бросаются в глаза, и их было не один, не два, их было много. Просто их тяжело найти в силу там, понимания, в каком моменте это было в игре.
я делал определенные пометки, и эти моменты были, и мне бросались в глаза, потому что я видел, что Надаль не доходит ногами. В хорошей форме, на молодой Надаль всегда делал бы шлепок, делал бы просто одной рукой обводку, и это был бы гораздо мощнее пассинг-шот. Здесь это был такой как резанный рукой, когда он просто падал уже к мячу, не доходя. И это я увидел. То есть я не увидел обводок, да, их больше было с бэкхенда я видел. И с форхенда почти не видел таких феноменальных обводок Надаля. Может, они были, я не увидел. Но вот этот вот недоход слева, где он резал, это было новое, и это было плохое, то, что я увидел в игре Надаля. Резанный, из которого Надаль вылезал все время из защиты в атаку. Видел ли я его? Да, видел. Он был. Не так много, как мне хотелось бы. Для Надаля, да, чтобы было больше, значит, его форма была лучше. Но он был. Это я говорю о резаном с бэкэнда, где Надаль с помощью резаного с бэкэнда отрезается, сбивает темп игроку, который наращивает атаку и хочет ее развить, заставляет игрока раскручивать мяч. И когда игрок раскручивает мяч, за время раскрутки мяч становится выше и медленнее, и Надаль забегает под форхенд и атакует. Это всегда было в игре Надаля, и этот резанный был просто очень таким важным оружием в игре Надаля, и я его увидел, он был. Забегания были тоже в играх Надаля, и вот этот вот резанный, и последующее забегание с инсайд-аут или инсайд-ином ударом, обратным кроссом или обратной линией, это тоже в игре Надаля было. Естественно, ментальная устойчивость вот эта, которая у Надаля, я считаю, только у Федерера, Надаля и Джоковича, она была такая, как у них, и ни у кого более. За этим я тоже наблюдал и очень хотел это увидеть. Не могу сказать, что в первых двух матчах были хотя бы какие-то намеки на проверку этой ментальной устойчивости. Но вот Томпсон сделал эту проверку для Надаля. И она дала трещину. То есть я не увидел здесь того Надаля, которого привык видеть, который, наоборот, в самых невероятных ситуациях делал 120% своей игры. Здесь не смог сделать и, наверное, 50, а в отдельных случаях 10% своей игры. Это матчболы, которые не реализовал Надаль. Первый матчбол, вот этот вот, где Томпсон пошел вперед, да, и потом Надаль таким вот высоким мячом с бэкхенда делал укороченный вдоль сетки. Мог ли Надаль в этом мяче сделать что-то лучше? Нет. А в этом мяче не мог, и этот мяч был очень тяжелый. Он мог играть его проще, играть в целый корт, не пытаясь его закончить одним ударом. Но, опять же, мяч был очень тяжелый, он играл его вдоль сетки тяжелым ударом. Можно было его играть проще, да, но тогда розыгрыш бы просто продолжился, не закончился бы. Надаль выбрал так. Касательно второго матчбола, где Надаль принимал, да, и вот этот удар, где он сделал короткий мяч себе под форхенд, это no comments. Это я не знаю вообще, были ли в карьере Надаля такие матчи, где он проигрывал с матчболов, и где у него был форхенд в центре корта на пустом мяче, на коротком, и где он бы его мазал. Я не видел таких матчей в Надале, я не видел проигрыша таких матчей. Я видел, наверное, такие матчболы нереализованные в Надале, но опять же, следующий был выигран, и просто эта ошибка забывалась. Здесь это было без комментариев, это не тот Надаль, который был, и навряд ли Надаль, не реализующий такие матчболы, готов сегодня обыгрывать кого-то из Big 3, Big 4. Такие мячи должны закрываться, если человек готовится туда. Третий матчбол на своей подаче, ну, тоже, наверное, очень обидный момент, потому что если подает Надаль, да, то он знает, как примерно подать подачу, и подает он неплохо, не первый день. И опять же, построить розыгрыш через форехенд, чтобы завладеть кортом, инициативой, психологическая устойчивость Надаля и именно тренированность Надаля по устойчивости в эти моменты огромная. Не реализовал. Не было такого явного шанса, как на тайбрейке при 6-4, где он промазал в пустой корт. Но опять же, я увидел вот на этом третьем матчболе недобегание с форхенда, его вот отрезанный, где не доходят ноги, неиспользованный матчбол. Не готов, мне кажется, Надаль ментально сегодня, вот еще на этом уровне, закрывать игроков высокого уровня. Хотя Томпсон все-таки это не Джокович, и не там Руне, не Алькарас сегодня. Но вот момент, который я наблюдал, именно психологическая устойчивость в эти моменты, где проверить, насколько Надаль готов при давлении психологическом. Еще раз.
Но моменты, именно за которыми я наблюдал, это когда будет стрессовая ситуация, когда будет тяжелый счет. Вот что может Надаль в этот момент показывать, сколько процентов своей игры. Это, к сожалению, у меня очень низкая оценка этим действиям Надаля, стрессовый момент. То, что на тренировке натренировать нельзя, и Надаль показал, что на тренировке это не тренируется, и в решающий момент, я считаю, он дрогнул. Для себя он не сыграл свое лучшее в этот момент. Три матчбола уходит, сет Томпсона. Томпсон и его лучший матч в жизни, это я сделал себе пометку после его розыгрыша на 6-6, который они сыграли во втором сете на тайбрейке. Не знаю, видел Томпсона несколько раз, на Ролан-Гаросе видел в 2017 году даже вживую, видел какие-то игры его даже с Надалем на Australian Open в каком-то году, по-моему, в 22-м, когда Надаль выиграл. Никогда не видел борьбы, естественно, с какими-то игроками, где Томпсон играл бы там с Джоковичем, Федерером или Надалем. Но сильно отличался у меня качество игры Томпсона от первых двух игр зрительно. Вот я смотрел, как двигается мяч, как двигаются игроки напротив, когда Томпсон играл против Надаля. И, например, те же видео, где играл Кублер против Надаля и Тим, это была другая скорость, другое перемещение, другие углы. Этот человек заставил Надаля двигаться так, как Надаль не двигался в первых матчах, заставил его играть на пределе, заставил его играть долго. И вот этот вот розыгрыш, который на 6-6 выиграл Томпсон во втором сете на тайбрейке, заставил меня задуматься, что, возможно, это первый матч в жизни, когда Томпсон так играет. Может быть, это был лучший матч его в жизни, однозначно один из лучших матчей. Это какую-то такую, как плюс к Надалю, что все-таки не так плохо это было. Можно сказать, что Томпсон играл здорово для себя, для Томпсона. Ну и главное, это физическая готовность тела Надаля. То, что, грубо говоря, является вопросом номер один для Надаля. Даст ли его тело работать на такой мощности, на таких скоростях, так долго, не дало. Это главное мое разочарование в игре Надаля, которое я увидел. И на послематчевой конференции и в Твиттере он писал, что это та же травма, по которой делали операцию, что она опять дала сбой. Возвращаясь к видео, которое мы делали по поводу возможности или невозможности возвращения Надаля в топ-форму, наверное, все-таки ближе к правде оказалось это видео, и тело опять дало сбой. Да, естественно, это Надаль, и я никогда не поверю, что его какую-то мышцу не исследовали при подготовке, и какой-то врач там зачем-то не следил, и что он не давал нагрузку своему телу. Безусловно, он давал нагрузку своего тела, за его мышцами следили, и он работал под нагрузкой, работал под ней часами, и тренировался не один день, и мы все это видели в подготовочных его процессах. И с Вилсом тренировался, и с Гаске, и с Штруфом. Очень многие люди, которые приезжали там с топ-30, топ-50, играть с ним. И Руна говорил, что они проводили очень интенсивную тренировку. Все это было. Но, тем не менее, тело Надаля дало сбой. И не знаю, травмированный он доигрывал или нет, но опять же я хочу повториться, что это всего лишь три сета, это всего лишь 3 часа, и это всего лишь Томпсон. Это не Джокович, это не Руны, это не Алькарас, это не сегодняшний Синер. И даже при такой нагрузке его тело дало сбой. Не было там прям видно, что Надаль не бежал в третьем сете, сдавался. В плюс Надалю скажу, что даже закончил он как боец, несмотря на то, что, может быть, была травма, да, и она давала боль и не давала его телу двигаться на 100%. Тем не менее, даже матчбол, который выиграл Томпсон, показал, что бойцовские качества Надаля никуда не делись, и он остался со своим характером, наверное, с которым он проживет весь остаток своей жизни. Он настоящий боец, и даже матчбол Томпсону пришлось просто выгрызать у травмированного Надаля. Но уже на пресс-конференции Надаль сказал, что он сам не знает, как сегодня его тело отработает и как оно даст сигнал, что он будет стараться, но у всего есть ресурс, как я говорил. И поэтому я считаю, что смешанные чувства по возврату Надаля. Да, с одной стороны, это не было так провально, я увидел те моменты, которые хотел увидеть в его игре, какие-то не так много, как хотелось бы увидеть. Каких-то увидел, меня удивили, как его игра на коротких мячах, где он смотрел в одну сторону, а играл в другую. Мне кажется, что этого раньше не было в игре Надаля. Но, опять же, два момента его вот эта вот устойчивость психологическая, которую невозможно тренировать на турнире, нереализованные матчболы, именно действия на отдельных матчболах, особенно при счете 6-4, это
показывает на неготовность его к игре вот этой вот на одном уровне с игроками топ-3, топ-4. И его физические кондиции, которые дали сбой, грубо говоря, от двух напряженных сетов 7-5, 7-6. То есть в каких пятисетовых матчах и каких шлемах мы можем говорить, если сегодняшнее тело его не выдерживает два сета по 7-5, по 7-6. И опять же повторюсь, это всего лишь Томпсон. Пока. Это мое мнение. Смешанные чувства по поводу возвращения Надаля в Брисбене. Пишите свое мнение, что вы увидели в играх Надаля, что думаете о будущем. Сможет ли он вернуться в той мере, для которой он хотел бы вернуться. Не для того, чтобы обыгрывать Кублера и того Тима, который есть сегодня. Я уверен, что цель его возврата была другая. Сможет ли он? Пишите свое мнение в комментариях. Пока. И не старейте на корте.